Всем привет, добро пожаловать в новый влог. Сегодня мы едем в торговый центр. У нас наступили наконец-то такие холода. Не знаю, даже рада я этому или нет, но рада, что мы едем покупать всякие теплые вещи. Куртку нужно купить, пуховик. Для сына нужно купить теплые вещи. В общем, беру вас с собой. Будем пить чай из тортики. Просто ошеломительные. Я померила дубленки, которые сейчас в тренде, и пока, блин, я такая очень объемная, у меня рост маленький, не знаю, должна быть какая-то особая модель, чтобы она подошла. Также это из пальто, то есть когда большие плечи объемные, то я становлюсь такой каким-то маленьким гномиком. В общем, объем у меня не очень к лицу, к моему росту. Вау, здесь интерьер очень красивый. Так, поиски идеальные. Идеальные куртки, пуховика продолжаются. Это H&M, такой вот, не очень, я вам сказала, теплая куртка. Это размер S, и она такая какая-то объемная. Хотя мне нравится. И серо-бежевый вариант второй. И тоже, мне кажется, какая-то огромная просто. Хотя, может быть, по стилю можно подумать. У нас в доме есть такое помещение для хранения велосипедов. Но это мамина сейчас. Наш велик здесь. Вот так выглядят каморки. Это такие мини для хранения каких-то своих вещей. А вот велосипед, там, где хранили велосипед, называется ровировни. Вот. Так выглядит, да, Даня? Сейчас поедем кататься. Каморка у нас тоже есть. Не можешь? Давай. Ноль, да. В субботу мы ездили в детский развлекательный центр, где находятся всякие различные горки, батуты, аттракционы на любой возраст. И есть платные автоматы. Я просто не разобралась, как пользоваться этими жетонами. В принципе, по возрасту нам еще пока это не очень интересно. Мы классно провели время в зоне, где бассейн с шариками. Он достаточно такой большой и интересный. По поводу стоимости, нас очень приятно удивила такая оплата. Только за ребенка на целый день стоит 60 злотых. Видела ценник 40 злотых, но я думаю, что это какой-то будний день или где-то на час пребывания в этом развлекательном парке. Для взрослых, получается, два взрослых. Мы вошли совершенно бесплатно. Кафе и отдельные аттракционы некоторые оплачиваются вот через браслет при выходе уже... Все, что вы там наели, можно оплатить при выходе. So your tears been running like a waterfall. Thought the stars would never let you down. And you keep on thinking you could save yourself, but that's love. That's just... Сегодня воскресенье, мы приехали в центр Гданьска. Сегодня теплее, чем вчера. Поэтому мы. Дэнни даже без курточки. Ой, огромные тыквы. Огромные просто. Мы идем в сторону карусели. Его. В общем, карусель видно издалека. Thank you.
купили мы елочную игрушку, скоро же Новый год. Остальное ничего не выбрал Дэнни. Мы хотели взять домик. Напоминает Амстердам из-за коричневых красных кирпичей. Мы хотели перейти в ту сторону, но мост поднялся именно, когда мы решили перейти туда, в ту сторону. Уже стемнело. Ребенок у нас заснул в коляске. Мы хотим сейчас поужинать где-нибудь. Хлеб и вино хочется, если там нет очереди. Потому что там часто большая очередь. Корми его, я снимаю просто. Это что, осьминог? Да, невкусно? Угу. Нежно, да, как мороженое? Да. Она мягкая. Да, сливочный вкус, да? Да? Она такая холодная. Холодная, да. Угу. Маме оставите? Мы сегодня гуляем в торговом центре, зашли в ритуал. Хотим взять аромат для дома, выбираем по запаху. Здесь, конечно, очень красиво. Вот такие огромные есть как-то аромадиффузоры, да? Бедра для шампанского. Или, нет, это свечи. Это свечи огромные. Да. Какая-то розовая коллекция. Здесь можно потестировать скрабы. Какой-то скрабик. И здесь вот сразу помыть ручки. Красиво. Как запах? Вкусно? Белый понравился. Белый, да? И фиолетовый, да? Нет, сейчас покажу. И даже есть полотенце для... Это коврик для ванны. Ну, есть, конечно же, и полотенце. Мы зашли перекусить в Starbucks. Сейчас возьмем, хочу себе тыквенный латте. И какой-нибудь бейгл, наверное, думаю. Сыну купили такой пластилин. Мы такой брали еще, не помню, то ли Испания. В общем, называется Hey Clay. У них есть... Заходишь, короче, на сайт или приложение, и там всякие разные схемы, что ли, да, как в Лего, как собирать, лепить, и такие разные фигурки. Здесь, по-моему, вводишь какой-то код,
штрих-код, и это будет бесплатно, а так платно. И потом мы пойдем в Lidl. Сегодня закупка продуктов на неделю. У нас снова тепло, и я делаю тоже достаточно легко. Даже светлые джинсы надела. Свитер и жакет сверху. Погода очень солнечная. Смотрите, такие разные тыковки. Декоративные, я думаю, что. Я такие не видела давно. Можно дом украсить. И стоит вот 7,99 злотых за килограмм. Что, закупились продуктами нашим любимым Lidl. В этот раз что-то больше прям взяли продуктов. Сейчас вызовем такси и поедем домой. Вкусное мороженое, Даня? Mm-hmm. Да? Покажу, что мы купили в Rituals. Как правильно называется? В общем, это ароматный диффузор. Туалетная вода. У них, видно, такая упаковка. Можно купить туалетную воду отдельно, вот одну, да? Но здесь мы купили мужу и себе, и у них такая упаковка. Очень красиво. И в подарок такой шауэр-гель огромный. Очень приятно, конечно. Так мы решили поставить в прихожей на обувницу. Это покупки из Росмана, это бомбочки для ванной. Так, это крем для лица и крем, по-моему, вокруг глаз. Надеюсь, я не ошиблась. Курица в муке, такая прожаристая. И добавлю грибы, паста. И сливочный соус, грибной такой. Такие белые шампиньоны. Мелко накрошила. Добавляем сливки, чтобы это все закрыло. Так вот. И добавили укроп.